Уже в эту пятницу, 12 числа, выйдет долгожданное событие с ящиками, а вместе с ним много крутых акций, в том числе гиперчарт скин на Рикошета. Будет масштабный конкурс, подпишись, чтобы не пропустить. А если у тебя до сих пор нету Brawl Pass, ты можешь его залутать по кнопочке «Получить БП», ссылочка в описании. Скорее лети, потому что вот это событие скоро заканчивается, а здесь мы раздаем промокоды. Просто перейди и нажми кнопку «Получить БП», естественно, подпишись на Telegram. Ну и в этом видео мои подписчики ждут промокод на новый скин, который я выдам в этом ролике. Усаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Поехали. Ну что, друзья, мне сообщили о том, что Brawl Stars выдали подарки. Только есть одно но. Немножечко заскамили. Я вам сейчас покажу. Но! Ничего страшного. Если вы сейчас выполните пару простых действий, вы кое-что от меня залутаете очень крупное. Смотрите без перемотки. Так, во-первых, чуть-чуть поправим вебочку. Итак, вы готовы? Прямо сейчас заходим в магазин и просто смотрите. Раз, два, три. Пока что все нормально. Листаем сюда, листаем сюда. Видим невероятная, невероятная акция, где мы можем с вами залутать призы Star. Такие же, как были... с пчелкой Биа, помните? Я на стримах вот эти акции покупал, и мы открывали эти подарки. Я могу сегодня на стриме устроить такую акцию, и кому-то из вас задонатить на эту акцию, и открыть все эти призы Star вместе с вами. Я это сейчас сделаю на своем аккаунте, а также могу сделать и вам. Если вы хотите получить от меня такую акцию, прямо сейчас подпишитесь на канал, потому что я сейчас выдам промокод на халяву, чтобы вы смогли залутать ее себе на аккаунт. Не перематывайте видео. Ну и самое интересное, это подарок. Вот он, бесплатный подарок. Пожалуйста, забери, залети. Двухстволка, гиперзаряд. Ну что ж, я нажимаю на подарок. Упс. А почему я не могу его открыть? А все просто, это скам подарок. Чтобы его открыть, ребята, вам надо прокачать Шелли на 11 левел, вы понимаете? То есть, а если у вас нет этих ресурсов, то это подарок получается не подарок, нифига. Понимаете? Вы можете забрать только если прокачаете Шелли на 11 левел. Очень обидно. Помимо этого, вы посмотрите, скин... Ой-ой-ой, на Джесси продается за 179 гемов. На Зевса Брока продается по скидке. Короче, дамы и господа, я вам сейчас покажу, где приобретать гемы по очень доступным ценам и безопасно. А также выдам вам промокод. А теперь внимание. Кто хочет получить от меня сейчас много промокодов, не забывайте, во-первых... играть вместе со мной в Hustle Online. И самое важное, что я вас сейчас попрошу, это ввести промокод на моем сервере, который я играю. Это будет важным условием, чтобы получить промокод. Если кто не в курсе про Hustle Online, вот вам минутка про эту игру. Ребяточки, если вам надоели однообразные и скучные однотипные игры, то я тебя приглашаю в одну особенную Hustle Online. Это бесплатная онлайн игра с открытым миром от третьего лица для Android и iOS устройств. С живым развитием родных городов, становись депутатом или мэром. Принимай важнейшие решения, которые будут влиять на жизнь тысячи реальных игроков. Ну а если хочешь больше экшена и веселья, тогда становись на криминальный путь. Мути свои грязные делишки, для этого в Hustle Online есть все необходимое. Собирай друзей и сразись за статус самых опасных бандитов города или самого меткого на районе. Все в твоих руках. Я частенько играю в нее и со своими подписчиками на 15 сервере. Поэтому у меня для вас есть промокод HOLDIK, который поможет при старте. Поэтому скачивай игру сейчас по ссылочке в описании на свой телефон и играй вместе со мной. А теперь, дамы и господа, вам очень нравится... когда я доначу на такие акции, во-первых, на видос, во-вторых, своим под... Боже, сколько классных скинов, посмотрите на эту Джесси. Я балдею, я сейчас зайду себе на основу ее куплю. Она невероятная, я очень хочу этот скин. Но меня интересует вот этот, Афина Пайпер, боже ж ты мой, 200 гемасов. Ну, промокоды я уже выдал, естественно, они разлетелись уже к моменту, когда этот ролик уже смотрят многие. 6 дней будет доступна эта акция, смотрите. Как и с пчелкой, да? В конце легендарный дроп, здесь куча призов Star. Планирую сегодня запустить прямую трансляцию, раздать эти все скинчики.
В общем, покупаем, давайте покупаем скинчик на твинка. Надо было сразу, наверное, подписчику задонатить. Я что-то тупанул, если честно. Немножечко тупанул, ребяточки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вы посмотрите на эту красоту. Во-первых, невероятный скин. Невероятный скин. Ой, иконочка, пинчик дается. Боже, это все за 199 гемов. Естественно, сразу нас встречает приз стар. Приз стар. Но это, конечно, трешняк. Это, конечно, трешняк. Давайте забирать. Так. Друг мой. Ты что, рофлишь? Я даже не успел сказать. Поставь лайк и подпишись, и мне выпадет легендарный дроп. Как это произошло? Пожалуйста, если сейчас кто-то из вас не подписался или не поставил лайк, сделайте это, и я попробую вытащить какого-то, возможно, легендарного бравлера. Ой, друзья мои, я не понимаю, как это вообще происходит. Сразу легендарный дроп. Просто трэш. Давайте открывать. Это воробушек. Это воробушек. Это просто что за трэшанина? Я могу дальше, да, открывать? Да, я могу дальше. Теперь 5 призов стар. Ребята, сразу легендарный был. Сразу. Короче, я запускаю прямую трансляцию, как только этот ролик набирает 20 тысяч лайков. Я запускаю прямую трансляцию, и мы начинаем, ребята, открывать вот эти все штуки на стриме. Потому что я чувствую, что мы что-то можем с вами интересное залутать. Плюс многие из вас получат Афину Пайпер, получат кучу интересных дропов, и то, что выпадет из дропа, это тоже бонусом. Это все за мой счет. Все, что надо сделать, это подписаться на меня. И все, и на мой телеграм, пожалуйста. На Холдик Теле тоже подпишись, если хочешь. Потому что в Холдик Теле я буду делать пост, что, друзья, залетайте. Прямо сейчас выдам вам вот эту всю историю. Я, короче, прямо сейчас после видео быстро загоняю в спортзал. И после спортзальчика я запускаю прямую трансляцию, ребята. И мы с вами будем, посмотрите, ну сколько я потратил? 99 плюс 39. Ну да, ну 360 гемов улетело на это все дело. 20 долларов надо мне было потратить, чтобы эту всю движуху открыть. Так, ну и последние 10 дропов, и дальше легендарный дроп. Фух, ребят, ну это прям интересно. Так, поехали. Так, это редкий у нас. Это у нас редкий. Я чуть-чуть потише, наверное, музыку сделал. Это слишком громко, наверное, да? Я просто тут настраивал звук себе недавно, и чуть-чуть настройки сбились. Так, ну я не рассчитываю, что будет еще раз легендарное, потому что, ну как-то мне мало в это верится. Блин, я в шоке, блин, какие классные акции разрабы сейчас добавляют последние дни. А ведь 12 числа выйдет самое мощное событие, которое все ждут. Это, ребяточки, это событие с мегаящиками. Не, ну Афина Пайпер, блин, капец, как будто можно было бы на нее розыгрыш сделать. 6 дней будет этот скин. Трындец, просто трындец. Ну ладно уже, я думаю, что... Да, хотя реально, вот до 12 числа еще можно было бы запустить конкурс на Афину Пайпер. Спокойно, на спокойняке. Ну ладно, в любом случае промокод на Brawl Pass у меня по ссылке в Телеграме. Так, Леончик. Ну все, тут легендарочек не будет, да, скорее всего. Но в любом случае у нас еще один легендарный дроп. Последний ждет. Боже, я в шоке. Я в шоке, ребят. Тупо скам подарки, я хз, как это называется. Давайте заскриним на память себе. Поехали. Легендарный дропчик, ребзики. Ну что? Надеюсь, вы лайкосик поставили. Надеюсь, вы на канал подписаны. Открываем легендарный дроп и выбиваем. Офигеть. Офигеть. Новый скин Лунная Пайпер. Вы серьезно? Я только что получил Афину, еще один скин в подарок. Еще иконка с пином, я не могу, это еще новый спрей, вы посмотрите. Я не понимаю, вот хочется, вот реально хочется донатить. Смотрите, я на этот аккаунт ни разу, по-моему, не донатил Бравл Пасс. Или нет, или донатил. А, здесь донатил. Если вы ни разу не донатили Бравл Пасс, у вас должна быть скидка 50%. Это в два раза дешевле, чем оно есть на самом деле. Ну давайте просто зайдем на какой-то аккаунт, проверим. Вот я сейчас захожу на аккаунт, на который я ни разу не донатил. Ни разу. Давайте проверим. А почему у меня здесь нет скидки? Не-не-не-не-не. Я понял, сейчас, секунду. Зайдем сейчас на Бомбстар. Тут я точно ни разу не донатил. Тут я точно ни разу не донатил. Я просто хочу проверить, скидка на Бравл Пасс. Где она есть? Говорили, что она есть у тех,
кто ни разу не донатил. Вот я ни разу не донатил на этот аккаунт. Стоеп! Пока меня впустит в главное меню, тут куча всяких приколов мне насыпает. Ты что, серьезно? Я не играю тут, что это такое? О, особая скидка, видите? Вот она, особая скидка. Вот она эта скидка на аккаунты, на которых ни разу не было доната. Вот она где. Вот эту акцию можете приобрести. Прикиньте, за $3, за $3 просто. Это можно купить в моем магазине, ссылка в описании. Только это на тех аккаунтах, на которых эта скидка есть. Если вы закажете эту услугу и на вас на аккаунте такой скидки нет, вам ее просто не купят. Поэтому, если у вас на твинках имеется такая история, блин, это круто. Это очень круто, это крутая скидочка. Гаджет. Давайте зайдем на основу. Ух ты, ничего себе. А здесь тоже кубки-то сбросились. Кубки-то сбросились. Давайте зайдем на... Ой-ой-ой, красавчик. Забираем спрей на була. Блин, а я хочу и Афину Пайпер, и скин на Джесси, и Брока всех хочу. Блин, мне что, донатить? Неужели мне донатить, блин, 2000 гемов придется? Господи, я не знаю. Вот у меня сейчас 239 гемов. Вот что выбрать? Ладно, давайте, наверное, куплю вот этот, эту акцию. Во-первых, тут скидка. Во-вторых, эта акция заканчивается раньше, чем с Пайпер. Пайпер я еще успею купить, а эту куплю, засейвлю. И это, в принципе, невыгодная акция. И завтра заканчивается. Блин, скидка, и вроде вот надо брать. Блин, короче, надо гемами затариваться. Жаль, нету акции с гемами со скидкой. Я бы сейчас закупился, блин, какой-то гемы по скидке. Короче, дорогие друзья, спасибо вам за просмотр. Лутайте промокоды, кто не успел, не расстраивайтесь. Жду вас на стриме, подписывайтесь на телеграм. Там будет пост про тех, кого буду набирать на прокачку. Подписывайтесь на телегу, на канал. И жду вас вечером на стриме. Всем хорошего дня, увидимся. Не прощаюсь. Ставьте лайки, на 20 тысяч лайков стартую стрим. До новых встреч. Ссылка на магазин в описании.